Здравствуйте, друзья. Я был в поиске, так сказать, решения, как извещать наших зрителей о том, что у нас прямая трансляция в Ютубе. То есть, казалось бы, Ютуб сам должен был бы, но не очень там получается. Некоторые получают извещения намного позже, чем начинается трансляция и так далее. Поэтому вот поступило предложение сделать аккаунт в Телеграме. Ну, поскольку я с браузера, вот он, видите, web.telegram.org. И я сделал аккаунт, вот он, Silicon Valley Voice. Поэтому, если вы хотите получать извещение о наших трансляциях, вот вам на селфон куда-нибудь там. Я еще сам не пользовался, честно, мне предстоит научиться, но аккаунт я за там 30 секунд сделал, что уже радует. Вот. И дальше, значит, соответственно, вы будете добавляться, а я вас в какую-нибудь группу организую, я посмотрю, как это делается, и, соответственно, в эту группу буду слать извещения. Так что, если вы хотите получать извещение в Телеграме, значит, вы можете установить его на там, абсолютно любую платформу, в частности, на вебе, может быть, но, может быть, и на айфоне, и на андроиде, и на Windows Phone, всюду ставится, и, в общем, какая-то такая... Говорят, что замечательная система, никогда не пользовался, не могу сказать. В общем, вот такая новость. Я даже не знаю, как... Я думаю, что Telegram вы найдете, если кому надо будет. Я ссылку на них давать не буду. Значит, telegram.me, там, .org, посмотрите. Все, счастливо!